Каждую неделю студенты из разных уголков мира собираются вместе, чтобы обсудить актуальные проблемы на русском языке. Темы для дискуссии выбирают сами студенты. На этой неделе участники разговорного клуба решили высказаться на тему закрытия зоопарков и цирков. Во всем мире идут такие споры, да, зачем вообще зоопарки нужны, зачем не нужны. Мы тоже хотели как-то сначала дать понятие насчет зоопарков, насчет держания животных в клетках, да. Ну, все мы же хотим быть свободными, да. А почему бы животные, почему они должны быть в клетках, отделены от природы? Студенты рассказали о зоопарках в своих странах, их популярности. По словам иностранных студентов, такие встречи помогают им практиковаться в изучении русского языка. Напомним, что записаться в разговорный клуб может каждый желающий. Время и место встречи можно узнать в группе Центра социокультурной адаптации «ЮРГУ».